У Костюковичах з енергії сонця почали виробляти електроенергію. Тут встановлена фотоелектрична станція. Поки ведуться її пусконаладочні роботи. Могутність установки 1,5 МВт. Це перша черга з трьох. До речі, запуск усіх ліній дозволить забезпечити електроенергію з сонця увесь жилий фонд Костюкович. Подробязності у Тетяни Сергійчик. Колись тут был Костюковицкий цегловый завод. Теперь на территории больше за 3 гектары установлены так званые солнечные экраны. Это фотоэлектрическая станция. И она обеспечивает выпрацовку альтернативной энергии. Мощность фотоэлектрической станции 1,5 МВт. Это первая линия. Их будет построено 3 на 4,5 МВт. Ну, это обеспечит электроэнергией полностью весь город. Населения, без всяких, без предприятий. Значит, средства, затрачены на строительство этой фотостанции, составляют 55 миллиардов. Окупаемость от проекта 5 лет. Первая черга станции запущена у середине жнивня, так что покуль ведутся пусконаладочные работы. Специалисты докладно выучают, кольки энергии можно отримать у солнечного надворья, а кольки у час дождей. Со столов идет постоянное напряжение, на инвертере оно преобразуется в переменное. Оно синхронизируется с сетью, инвертор выдает... Получается, в сеть. Энергия вообще на этой станции не накапливается вообще. Она просто преобразует солнечную энергию, грубо говоря, солнечную энергию преобразуют в электрическую. Усю электроэнергию будут продавать на предприятие «Могилёвэнерго». До речи, фотоэлектричная станция экологично чистая, бо она не вырабляя шкодных речевов навод у активной фазе. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, Новин регион.